Здравствуйте! Вы можете выполнять эту практику сидя, лежа или когда куда-то идете. Сделайте спокойный глубокий вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И позвольте этим словам стать вашими словами. Откройтесь им навстречу. И позвольте им проникнуть в ваше тело и заполнить каждую его клеточку. Перенастройте вектор своего внимания из страха, тревоги в доверие. И разрешите этим словам помочь вам справиться с любыми негативными эмоциями. Позвольте себе отпустить и довериться Вселенной. И Вселенная ведет вас. Ваш внутренний голос, интуиция, она всегда за вас. И когда вы будете готовы, примите удобную позу. Если хотите, закройте глаза. Любые взаимодействия, ситуация или обстоятельства, которые я могу определить как нежелательные или негативные, в действительности является приглашением для моего обучения и роста. И если я не приму этот посыл, то Вселенная будет продолжать стучаться в мою дверь, создавая одни и те же неприятные ситуации и паттерны, до момента, пока я не приму ее приглашение и не осознаю, что принятие ситуации и принятие своих эмоций это ключ к свободе и развитию. И я выбираю ответить на ее приглашение сейчас. Я позволяю энергии покоя течь сквозь меня. Я выбираю доброту и сострадание к себе. И я на пути к внутренним изменениям. И я позволяю себе идти новой дорогой, создавая новую реальность и новые вибрации для моего будущего, к которому я иду сейчас. Я отпускаю ситуацию и отдаю ее тебе, дорогая Вселенная, дорогой источник всего сущего. Я знаю, ты приготовила мне что-то лучшее. И я с радостью освобождаю пространство для изменений внутри себя. Я отпускаю все свои установки и ожидания. Я освобождаюсь от идей, что все должно быть лишь так, как я решила, и не иначе. Я отстраняюсь от них и расслабляюсь. Вдох. И с выдохом я отпускаю. Я знаю, что ты всегда поддерживал меня, Источник. И ты всегда во мне. Я знаю, я на правильном пути. И я уверена или уверен, что впереди мне уготовано что-то гораздо большее. И я расту и развиваюсь благодаря этому пониманию. И я наслаждаюсь этим путешествием в принятие и освобождение. И я полагаюсь на тебя, дорогая Вселенная. И я доверяю тебе всем сердцем. Я знаю, что будет только лучше, даже если сейчас мне сложно это осознать. Я верю тебе, источник всего сущего. Я знаю, ты всегда заботился обо мне и обо всех нас.
Я чувствую, что планы твои грандиозны и гораздо шире, чем я могу вместить в своем сознании. Ты видишь все. Ты знаешь все. Твоя энергия течет сквозь все пространства и реальности. Я верю, что ты покажешь мне гораздо большее, чем я мог или могла себе представить. Вдох. И с выдохом я отпускаю и передаю тебе весь контроль над моими желаниями и моим будущим. Ведь ты всегда желаешь мне счастья в своем прекрасном сердце. Я открываю себя для новых возможностей, других дорог, других решений. И сейчас я ясно вижу, куда ты хочешь привести меня. И потому я отпускаю все сомнения, страхи, недоверие. И делаю вдох. Я следую за тобой, Источник. Я знаю, что когда я ощущал или ощущала тревогу и недоверие, это голос страха говорил во мне. И сейчас я выбираю жизнь. Я выбираю любовь. Я выбираю доверие. Я выбираю веру в тебя, Источник, и в лучшее будущее. Я отпускаю ту реальность, что создал или создала в своей голове. И сдаюсь на волю твоей энергии, твоего божественного, прекрасного потока. И эта ситуация открыла мне глаза на то, что я действительно хочу. И я благодарю ее за это. И я благодарю себя за то, что принимаю и открываюсь навстречу ей. Я полностью доверяю себе. Я полностью доверяю тебе, мой всесильный источник. Я отдаю тебе все мысли и решения. Я сдаюсь и отпускаю контроль. Я наполняю свой разум и тело твоей энергией с каждым вдохом. И с каждым выдохом я принимаю, что без препятствий нет движения вперед. И я благодарю их за урок и отпускаю. Во имя света в своей жизни и в жизни каждого из нас. Когда я принимаю вещи и события такими, какие они есть, перестаю бороться и отталкивать их, и позволяю им свершаться, мое сознание меняется. Уходит страх, тревога, разочарование. Я проживаю их и отпускаю. И затем я начинаю ясно видеть путь, по которому мне следует идти. И он приводит меня в прекрасное пространство, наполненное светом, благодарностью, мудростью. И я следую за ним. Причина, по которой мы не можем продвинуться вперед и испытываем негативные эмоции, скрыта в нашем постоянном желании контроля, которое блокирует и сжимает нашу энергию. Поэтому с каждым следующим вдохом я выбираю принятие
всего, что приходит в мою жизнь. Я выбираю доверие. И я позволяю неиссякаемой энергии источника, что подарила мне жизнь, давать мне ресурсы, силы и осознание. И я знаю, я доверяю, что я справлюсь. Я есть, кто я есть. И я знаю, дорогой источник, что все наши желания, чувства и мысли помогают тебе. Помогают обретать форму в нашей физической реальности. Это прекрасный закон Вселенной. Наши желания и цели и твоя крепкая рука, что направляет нас. И я горжусь, что я отпускаю контроль и осознаю и принимаю тебя в себе и в свою жизнь. Я передаю свой разум, свое тело и свою жизнь в твои руки. Источник. Я знаю, что ты есть любовь, безграничная и безусловная. Я знаю, ты ставишь мои интересы превыше своих. Ты наполняешь меня энергией и силой. И я несу и передаю ее всем тем, кто мне дорог. Я доверяю тебе. И я отпускаю контроль. Я отпускаю мысли, что все должно быть под моим постоянным контролем. Я отпускаю ожидания. Вдох. И с выдохом я отпускаю все тревоги, сомнения и страхи, что тянули меня за собой. Я отпускаю людей, отпускаю цифры и мысли о моих доходах. Я разрушаю внутренние границы и убеждения. Я отпускаю все слова и ожидания, всю неуверенность и осуждение. Я отпускаю. И я свободен. И я дышу. Я открываю себя для людей и событий, которые придут в мою жизнь и наполнят ее принятием и светом. Я открываю себя для тебя, волшебный источник. И я позволяю тебе вести меня за собой в прекрасное будущее. Я вижу, как ты идешь передо мной, прокладывая мне дорогу к замечательным знакомствам, удивительным местам, к значительным событиям, неисчерпаемым возможностям, любящей семье, изобильному, комфортному дому, счастливым, здоровым детям, великолепному сильному телу, гармонии, внутреннему покою, чистоте, калейдоскопу радости и счастья и исполнению любых моих желаний. И я открываюсь наслаждению, я открываюсь возможностям. Я ясно вижу все те пути, что приведут меня к моим мечтам и замечательной жизни. Но не я создаю, не я выбираю этого пути. Я доверяю внутреннему голосу,
который ведет меня и следует за тобой, Источник. Мои желания и мысли сливаются с твоей силой, твоим светом, твоей любовью. И ты освобождаешь и открываешь меня моим мечтам, нашим мечтам. Я – это ты, и мы едины. И это так волнительно и так прекрасно. Даже если все происходит не так, как я себе представлял или представляла. И я счастлив от осознания, что что-то гораздо большее ожидает меня впереди. Моя реальность меняется, и я с нетерпением ожидаю этих изменений. Я открыла тебе путь к моим мыслям и чувствам. Я полностью очищена. Я следую за голосом своей интуиции. Ведь ты, Источник, помог мне услышать его. Я доверяю. И я впускаю изменения в свою жизнь. С каждым вдохом новая возможность открывается для меня. Я полностью свободна. И я с легкостью перемещаясь от одной реальности к другой, от одних мыслей и чувств к полностью противоположным. Ты точно знаешь мои самые сокровенные желания. Ты точно знаешь, чего я хочу. И ты помогаешь мне воплотить это в физическую форму. И наполняешь мой каждый день доверием, радостью, благодарностью. Я счастлив проживать эту жизнь. Я счастлива идти за тобой. Спасибо тебе, мой прекрасный источник, моя дорогая Вселенная. Я отпускаю эту ситуацию и отдаю ее тебе, источник всего сущего. Я знаю, ты приготовила мне что-то лучшее. И я с радостью освобождаю пространство для изменений внутри себя. Вдох и выдох. Да будет так. И так уже есть. Благодарю вас за это время, проведенное вместе. От моего сердца к вашему сердцу. От моей души к вашей душе. У вас все обязательно получится. С большой любовью и благодарностью, Наталья Леру.